Ну что, всем привет. У Иринки перекус. Иринка занимается домашними делами, стирается, моет полы. Ну да. Представляете? Надо заниматься делами. Блин, знаете что? Машина почему-то не выжимает. Не знаю почему. А, что у Ринки сегодня на обед? У Ринки сегодня диетическая еда, я вам скажу. У меня тут эта морковочка потертая с яблочком. Ем и худею. На, поставь на отжим. Вот так вот. А вы чем занимаетесь? Ну, чтобы сходить погулять? А как это? Жирок растрясти немного. Угу. Да это, вдруг не влезу. Ой, Рома, Рома. Где ты? Так, так. Где мой коммент, жаба? Ну, жаба, твой коммент не знаю где. Я же говорю, у меня есть модератор. Я ж потерялся. Где? Где? Солнце Монако. Нет, ты что, охерел, что ли? Это я не вам, это машинки. Сейчас. Ну, что тебе надо, Муся? Так. Как тебя звать? Лидия? Лидия Кравчук. Максимальное море, которое тебе светит, это море майонеза. Блин, ну, Лидия, ну, если ты мне купишь, то да, пожалуйста. И океан бич-пакетов. Не вздумай приехать к нам в Крым. Мы боимся. Ну, что, Лидия, хочу вам сказать. Бойтесь. Что я хочу сказать еще? У нас, кстати, забронировано уже все. В Крыму. Понимаешь, Лидия? И билеты куплены на самолет. Ладно, шутка, на поезд. Но какого числа не скажу. Ну так, Иринка не будет 3 дня в Ютубе? Значит, все. Иринка ускакала в Крым. Ну так вот. Иринка ускакала в Крым.
Так, чё? Бляха-муха. Где? Так. Где моё солнце, Монако? Важный звонок был. Милый звонил. Говорит, Ириночка Сергеевна, я тебе по тебе скучал. Ну так вот. Ну, как по мне нельзя скучать? Конечно, надо скучать. Ну чё, сейчас, короче, ко мне человек приедет. Угу. Чёрная маленькая платьишко привезёт. Ну так вот. Ольга, привет. Веришь, что пирожки вкусные, но ты их очень любишь. Ну, конечно, Оля, люблю пирожки. Кто не любит? Во-первых, я ем пирожки очень редко и очень мало. Новая тема фитнес. Какой фитнес? Я не знаю, это вы что-то придумали, какой-то фитнес. Угу. Далее, да? Галя, бедная, чуть миску не проглотила. Миска у собак. Понятно, Галя? Но если ты, Галя, питаешься из миски, ну это уж твои проблемы. Ой, как там написали мне, иди работай. Так идите сами работайте. А? Ну шо вы? Думаете, Иринка все бросит и побежит работать? Нет. Анна. Она пироги каждый день кушает. Не, она не каждый день. Ну, ты, Лариса, не знаю, к чему ты это написала. Ее ты можешь увидеть только в отражении зеркала. Кого ее? Лариса. Я даже не знаю, кого можно увидеть. Конкретнее пишем, кого увидеть, а? Анатолий, вы там такие озабоченные, голодные. Да? Не знаю, кого вы там видали, а кого не видали, хер его знает. Зачем тебе солнце, Монако? Ну поймите, по-вашему все равно никак не будет. Ой. Ты нам должна показать это, ты нам должна показать это. Я вам ничего не должна. И не обязана. Понятно? Ой, миска. Миска это у собак. Так что запомним. Такая вкуснотища. Так что вот так вот. Лариса,
пиши конкретней в следующий раз. Алекса. Отдыхайте, а спокойно. Класс, сразу видно, что минус 8. Ну, как ты это хотела. Ладно, короче, сейчас должен человек приехать, привезти мне заказ. Так что ждите, ждите. Обязательно увидите. Ну, не знаю, сказать вам, что не сказать, пока. Ладно, встретимся еще. Ну что, вот пришла моя посылочка. Так. Маленькое черное платьишко. Сейчас посмотрим. О, продали, да? Какой у Ринки маленькое черное платьишко. Это вельвет. Нитка. Тут резиночка. Круто. О, вот такое платьишко, короче. Как думаете, Ринка влезет в него, нет? Ну, я надеюсь. Так, сказал бедняк. Потом померю, покажу. Ох. Тут, короче, жилетка на весну. Жилеточка Иринкина. Вот. Так. Пакетик. Тут сумка. О, кстати, Крым, сумка. Нормально. Тут какая-то хернюшка. Все. Хорошо, да, сумка? Нормально. Это как до этих, как его? А, до майонеза. Ну, я надеюсь, сюда прилично майонеза, да, влезет? Так, а вот жилетка. Ну, я думаю, ничего, такая жилеточка. Кстати, она по качеству хорошая. Короче, эта жилетка стоила косарь. Так, что, распакуем, да? Я... Тут этикетка мешается. Этикеточка. Тут, кстати, у меня даже карманы есть. Ну, кстати, карманы ничего такие. Проличные. И, прикиньте, она даже на мне сходится. Офигеть, да? Офигеть. Ну, вот так вот. Ну, кстати, да. А я думала, не сойдется, а прикиньте, сошлась. Конечно, тут надо немного еще убрать. Ну, а так все супер-пупер будет. Только жалко, что когда я заказывала, не было выбора света. А так бы, я думаю, бы было круто. Вот так вот. Нет, платье немножко маловато, да, признаюсь вам. Надо будет схуднуть, да. Ну, а так
великолепно. Вам же не нравится мое розовое платье. Иринка сейчас будет в другом. Ну ничего, вот тут уберем немного. И вот тут. И все будет супер. Ладно, короче, на этом всем пока-пока.